Всем привет! И я продолжаю развивать свой канал в игре YouTubers Live. Вот, я уже немного прошла как бы игры без записи. Вот, купила себе одну из рейтинговых игр, как бы здесь, самую дорогую. И не ошиблась, с нее, с одной игры, с одного или с двух видео, набралось около 5000 подписчиков. Вот. И у меня как бы появились деньги, и мне предлагают переехать на другую квартиру. С этого и начнем. Так, мне нужно нажать левой кнопкой мыши по двери спальни и выбирать твой дом. Похоже, пришло время обзавестись собственной квартирой. Я могу просмотреть апартаменты, которые нашел мой друг, кликнув на дверь моей комнаты. То есть я буду жить не сама, а снимать с кем-то хату. Ваш дом. Студенческое жилье. Чем больше я получал опыта и выполнял задания, тем больше новых домов я открывал. Они давали мне разные бонусы, такие как высокая скорость загрузки видео, больше места для хранения объектов для моего канала, возможность нанимать соавторов и новые скрытые задания, которые я должен был пройти. Конечно, перед тем, как переехать, мне нужно было убедиться, смогу ли я платить ренту, чтобы потом не настали тяжелые времена. Ну, я 160... Ну, в принципе, думаю, нормально. Месячная оплата $80. А, 160 на двоих. Боже, конечно. Нет, на вечеринку я не пойду. Меня вызывали в школу. Мамка, боже, наконец-то от меня отстанет мамка. Она, кстати, уже второй раз забирала компьютер. Мне опять пришла оценка D, только D с плюсом. И мамка опять пришла и забрала компьютер. Здесь, в этой комнате, я понял, что могу реально зарабатывать на жизнь ютубингом. Такое слово интересное, ютубинг. Так что я полностью посвятил себя этому и смог набрать 50к подписчиков. Кроме того, в этой квартире я успел пройти несколько курсов и улучшить мои умения в ютубинге. Но я также имела другие обязанности. Я уже переехал в новое жилье, теперь я больше не живу с родителями. Теперь меня никто не будет наказывать, и я могу делать, что захочу. Но у меня теперь новые обязанности. Интересно, какие? Самому убирать по дому, правильно? Теперь я могу есть, что захочу. Открой холодильник, съешь бутерброд. Цель. Вот это цель, боже. Надо же теперь еду самой себе покупать. Божечки, у меня всего 2 бутера. Без паники. Я могу купить больше еды, кликая по холодильнику. $0.50 кофе. Бутер, газировка, салат, хот-дог, энергетик. Red Bull, только без надписи. А, и Coca-Cola без надписи. А, типа непонятно, что это Red Bull, а это Coca-Cola. Боже. Куплю себе салат. Ой, я самую дорогую еду купила. Блин. Газировку. 2 бутера. Хот-дог. Другой бонус этой квартиры, то, что я мог улучшать свои навыки благодаря курсам. С помощью книжной полки я мог выбирать курсы, которые я хотел. Я мог приостанавливать их и продолжать сколько угодно раз, просто кликая по книжной полке. Нет, я не хочу никуда, отстаньте от меня. О, есть магазин одежды. Суперфуд. Да, купить. Так, это книжная полка, да, начать обучение можно. А с телеком что можно? Новое игровое видео. А где мои диски, кстати? Блин, как-то неудобно так.
О. Выбрать игру. Холодильник, поспать. Так, что вот это такое? У меня появились новые таланты. Бойкий говор. Нет, спасибо. Окей. Так, мне надо снять новое видео, потому что я теряю подписчиков. О, и у меня уже пятый левел, кстати. А что за новая цель? Набрать 50к подписчиков. Ничего себе. Кто приперся? Так, все, мне надо снимать видео. Что-то я кручу эту комнату, кручу. Как-то дебильно. Я не могу привыкнуть еще к этому. Ой, а что я могу улучшить за 10 долларов? Мне надо новый проц. Ого, все такое дорогое. Но ничего, надеюсь, я насобираю себе подписчиков и буду зарабатывать с Ютуба, а не ходить мыть обувь машины. А, нет, натирать обувь, мыть машины. И всякая такая фигня. Так, надо поспать и потом идти на работу, а то так мало получится заработать. $40 аж. Давайте заработаем. А, я не могу сейчас выбирать. У меня было 9000 подписчиков, теперь их упало. Надо постоянно-постоянно выпускать видео. Это так себе игра. Блин, у меня уже все игры устарели. А может, их можно продавать? Наверное, можно. У меня появился, кстати, выбор вот в этой строчке, типа выбрать настройки односторонний и двусторонний. Хотя я не вижу этого разницы, как бы. Ой, все, снимаем. Первый геймплей. До этого я записывала, покупала игру и сразу записывала вступительное видео. А потом записываю геймплей. Правильно? О, пока я с вами говорила, у меня 200 подписчиков убралось. Кошмар. Как жизнь ютубера нестабильна. Добавляем прикольное приветствие. Здесь саркастический комментарий. Здесь что я сделаю? Веселый комментарий. Это какая-то гонка, кстати, игра. И мне ее прислал друг. Ну и не смешной комментарий. Делаем. Поломался ПК. Я вижу эти искры. Все, что с эффектов можно было, добавила. Надо починить ПК по-любому.
Блин, а как же починить его? Ой, у меня какая-то карта появилась. Музыкальный клип на авторских правах и окончательный кредит. О, пускай вот это будет. Музыкальный клип на авторских правах. Я могу писать видео? Это что такое? Камп искрит, а как бы починить? Не могу его. Бред какой. Поесть. Что я поем? Вода. Хлеб. Хлеб с водой. Боже, давай поедим хлеб с водой. Кушать. И поспим давай. Говорят, мысли светлее на утро. Вот мы с новыми мыслями и снимем новое видео. А еще купим какую-нибудь новую игрушку. Достаточно денег для покупки. Ладно, вот эту куплю. А, подписчики растут. И у меня 30 центов осталось. Я даже кофе не куплю, наверное, да? И бутерброд. Да, жесть, я ничего не куплю пожрать. Открываем нашу игру. Ну что ж, надо жертвовать чем-то. Худее буду. Новое игровое видео. У меня искрит камп, но я могу записывать видео. Первое видео. Только купила игру, сразу запишу первое видео, потом геймплей. Все логично. Или мой компьютер уже не подлежит починки. Invisible Pachinko. Первое впечатление. Мне нужно присмотреть новый компьютер в магазине, чтобы он не ломался. И как я посмотрю его за 30 центов? Ну, это моя прибыль, да, от Ютуба? Эх, $27 это не так много. Ну что ж, пойдем работать, натирать обувь. Ну и что я улучшу? Ой, карты появились. Окончательный кредит. Да. Что это за бред? Чем ты воспользуешься? Ты не видишь, что он искрит? Игра баганая, если честно.
Ой, открыла я полку с книжками эту, то есть чему я могу научиться. Обычное описание и сценарий $50 стоит. Обычный монтаж видео $80 стоит. Обычная съемка $80 стоит. Обычная актерская игра стоит $120. И обычное знание компьютера $50. То есть я бы сама смогу его починить. Обычный звуковой монтаж $50. Обычная запись видео $50. Я не вижу другого варианта. Работать только. Начать обучение, знание компьютера начну. Может быть, я сама смогу его починить. Ого, она медленно учит. Ну, учись, учись. Не буду мешать. Еще не научилась, не? Ой, у меня сегодня вообще какое-то вялое такое состояние, жара. Да и игра как бы не экшен. Подписчики 9530. Так, мое лучшее видео это Derek Smart's Croquet. Первое впечатление. То есть не геймплей, а первое впечатление. Это по гонкам, походу, да? 23 тысячи просмотров, 5 тысяч подписчиков с него и $33. А эту игру, кстати, я, по-моему, не покупала. Ее дал мне друг, так что спасибо ему. А самое низкое какое? 0 подписчиков. По первому, да, видео 3 просмотра только, и по второму тоже только 3 просмотра. Ой, так. $712 подписчиков было с какого-то. О, 1К, тут 5К, опять 1К. Людям нравятся гонки. Привет, Ребекка. И ни хрена как бы не видно, что написано, и ок. О, кондёрик висит. А это что, какое-то... Полотенце висит стрёмное? Или что, или это шарфик? Смотрите, я даже постель не заправляю, я свинья. Обычное студенческое жилье, но теперь хоть не надо учиться. Зачем мне учиться? Ты еще кто? Нафига мне твое кино? Учиться и спать. 9266 подписчиков.
Офигеть. Интересно, у нее не хватает этого сна. Она сейчас вырубится или нет? На месте так. Боже, как долго. Нельзя это как-то ускорять процесс. В заказах нет, в целях 50к подписчиков. Что, посмотрела? Пришла наглая такая. И жрать уже хочет. Капец. Она хоть там не умрет, участь вот это вот. Скука скучная, боже. Аж от наушников вот тут зачесалась. Блин. Все, а сейчас уже придет к минусу ее. Это получается, если у меня сейчас хотя бы по 1000 за видео, так это мне надо еще 40 тысяч... Ой, 40 тысяч, боже. 40 тысяч подписчиков, да, мне надо, но видео сделать около 40, да? О, боже. Апрель 20-е. Сколько она уже? 2 дня стоит, учит? Здесь у меня, типа, мой мобильник и календарь идет. Хоть подписчики не удаляются, блин. Мне кажется, оно там зависло. Я не знаю, баганая игра вообще. Во-первых, что слова пишутся с ошибками. Многие. Перевод, наверное, такой. Поломался комп. Раньше можно было нажать на него починить. Сейчас ничего. Здравствуйте, мой компьютер сломался, я не могу отредактировать видео. Я слышал, вы в этом деле хорошо. Не могли бы вы загрузить видео? Я отправлю вам игру. Ну давай, посмотрим. Починю камп. Учиться, оказывается, можно было на паузу поставить. Боже. А я могу потом продолжить обучение. 8900 подписчиков. Минус 500 подписчиков на ровном месте. Поем хлеб. Давайте бутерброд еще мне. Газировку хочу. О, еще не наелась, ничего себе. Ну давай хот-дог еще съедим. Давай продолжим обучение. Мне ж все-таки интересно. Ой, точно, она ж когда наетая, она сытая, быстрее учится.
Боже, как я туплю. А где я куплю компьютер новый, скажите, если... Хочу в свой дом. А я потом смогу двухкомнатный чердак снять за $320. Если, может, эта игра вот такая баганая, давайте я попробую выйти и зайти. Или нет? Я как бы не знаю. Вот информация. Боже, вот так можно чинить. Когда жизненный цикл вашего ПК подходит к концу, вам стоит задуматься о его замене. Недостаточно чего? Прикольно. Не чинится. Так хоть бы писали, сколько грошей надо на него. Я в шоке. Ой, а кем я пошла? Программистом? Точно, я же обучилась и могу работать теперь. Я гений. Сейчас посмотрим. По-моему, $250 новый комп был. Поем быстренько. Бутерброд. И спать. А потом снова работать, зарабатывать на новый компьютер. В общем, на этом я, наверное, с вами прощаюсь. Сейчас моя цель это заработать на новый компьютер, по-моему, если я не ошибаюсь, $250. И когда я куплю новый компьютер, продолжим играть в ютубера. Не забывайте ставить лайки, подписываемся. Всем пока!